Бюстгальтер создан для того, чтобы сохранять красоту и здоровье женской груди. Но чаще именно из-за неправильно подобранного бюстгальтера грудь страдает больше всего. А все потому, что женщин никто и никогда не учил правильно выбирать бюстгальтер. Но сегодня мы это сделаем. А поможет нам наш эксперт, стилист Рома Медный. Встречайте! Здравствуй! Почему так важно правильно выбрать бюстгальтер? Правильно подобранный бюстгальтер должен фиксировать грудь, сохранять ее форму. Если же бюстгальтер подобран неправильно, то нарушается кровообмен, нарушается лимфоток. И это очень вредно не только для здоровья, но и в первую очередь для формы груди. Потому что если вы злоупотребляете слишком тугими бюстгальтерами, то грудь может деформироваться и в дальнейшем с возрастом потерять форму окончательно. Вы видите, даже стилисты заботятся о том, чтобы женщины сберегли свою грудь. А мы-то с вами понимаем, что это очень важно не только для красоты, но и для нашего здоровья. А кто из нас думает, что умеет правильно выбирать бюстгальтер? Абсолютно все. Я удивлена, что мужчины не поднимают руку, потому что я видела в магазине женской одежды мужчин, которые думают, что умеют правильно выбирать, и говорят, ну, у моей жены где-то, ну, вот такой вот. И вот так вот приносят бюстгальтеры домой. Вот-вот, все, как вы показали. Да, и консультанты их в шутку называют фантазеры. Серьезно? Да. Размечтался. Да. Ну, на самом деле, я была шокирована исследованием, о котором недавно узнала. Согласно статистике, 70% женщин не умеют правильно выбирать бюстгальтер, а с какими проблемами это может быть связано в дальнейшем, Рома уже сказал. Да. Поэтому сегодня у тебя очень серьезная и важная задача – научить нас правильно выбирать. Проблема неправильного выбора в первую очередь связана с тем, что многие женщины просто не знают, какой у них размер. Мы уже давно перешли на европейскую систему, в которой размер состоит из двух частей. Первая часть указывает на обхват под грудью, а вторая непосредственно на размер чашечки. Наверное, нужно потренироваться нам определять и тот, и другой размер для того, чтобы понимать, о чем ты говоришь. Ну, я думаю, нам понадобится какая-нибудь смелая зрительница. Прошу вот девушка в красной кофточке к нам. Добро пожаловать. Спасибо всем, кто проявил активность, потому что на самом деле эта тема актуальна для каждой женщины. Проблема выбора бюстгальтера действительно актуальна. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Елизавета. Елизавета. Вы как считаете, умеете выбирать размер бюстгальтера правильно? Ну, в общем-то, я хотела бы так думать, что я умею. Я только знаю, что это очень-очень сложно. Скажем, женщины, которые обладают достаточно крупной грудью, для них это проблематично с того момента, как только этот момент наступает. Елизавета, вы не поверите, женщинам с небольшой грудью тоже очень сложно подобрать что-то подходящее. Я думаю, что если я возьмусь подобрать бюстгальтер, я тоже столкнусь с проблемами. Мало того, вот я как женщина с маленькой грудью, я понимаю, что мне всегда хочется на размер больше. Ну вот хотя бы теоретически. Ну а вы вот как определяете свой размер? Какой у вас размер? Ну, теоретически, конечно, я предполагаю, какой у меня размер. Если я прихожу в магазин, я спрашиваю между тройкой и четверкой, в зависимости от производителя или в зависимости от фасона. Ну, в общем-то, во что поместишься, то и носишь. Вот такая сложная система определения размера. Что скажешь, Рома? Я думаю, что сейчас мы при помощи сантиметра определим, собственно, какой у Елизаветы размер. Но для этого нужно предпринять еще один смелый шаг. Все-таки вам придется раздеться. Как? Совсем? Нет, не совсем, только кофточку снять. Елизавета, вы готовы? Готовы на этот Прошу эксперимент? К нам раздевалку. Спасибо, пожалуйста. Если неправильно определен размер, как мы это можем определить? Если жмет, то, разумеется, вы это почувствуете сразу, и бюстгальтер не должен оставлять каких-то сильных следов на коже. То есть, если вы надели его, и за 30 секунд в примерочной вы снимаете, вы сразу видите серьезные отпечатки, то, значит, бюстгальтер все-таки маловат, даже если вы смирились с тем, что он причиняет какой-то дискомфорт. Относительно большого размера нужно поднять руки вверх, наклониться в одну сторону, наклониться в другую сторону, наклониться вперед, как это делают вокалистки Виагры, и проследить за грудью. Если она начнет выпадать, если она начнет некомфортно себя чувствовать в бюстгальтере, то значит бюстгальтер, возможно, великоват. Я вижу, что Елизавета готова, и сейчас мы, собственно, с ней проверим, насколько удачно подобран бюстгальтер, который на ней сейчас. Пожалуйста, к нам, Елизавета. Ну, сейчас сложнее, конечно, уже разговаривать даже мне. Ну, возьмем себя в руки. Вы считаете, что этот бюстгальтер вам подходит, да? Ну, я считаю, что да. А какой размер? Это размер 75D. Вот, уже какие-то буквы появились, Рома. Угу. Что это за буквы и цифры? 75D и так далее. 75D это указывает на то, что обхват под грудью приблизительно 75 сантиметров. D это, собственно, полнота чашечки. Это разница между обхватом груди и обхватом под грудью. Давайте сначала проверим, насколько это удачный бюстгальтер по посадке. Давай. Можете поднять руки? И теперь наклониться вперед, назад и в стороны. Так, ну можно вперед, конечно, можно, конечно, и назад.
Можно снять, как лэтэсбол. Но вы это делаете настолько аккуратно, как будто боитесь, что грудь выпадет. Безусловно, есть риск, поэтому я это знаю уже много лет. Кстати, вам больше нравятся более открытые варианты, либо варианты, которые закрывают практически полностью грудь? Нет, я люблю более открытые лифчики, но в связи с тем, что грудь крупная, я должна четко знать, что есть степень риска. Здесь вам комфортно по объему вот сейчас? Ну, в общем-то, по объему, да, но вот как если сейчас можно судить, есть нюанс. Да. Ну, скажем, чуть-чуть. Может быть, бы надо было бы плотнее, чтобы чашечка больше прилегала впереди к телу. И вот я такой момент вижу, не очень удачно подобрана длина бретелек, потому что, если смотреть сбоку, повернитесь, пожалуйста, боком, мы видим, что задняя часть ощутимо выше передней части. Кстати, это не очень правильно. Желательно, чтобы лифчик сидел параллельно полу. Но в случае с очень крупной грудью, если это пушап либо открытые лифчики, то все-таки небольшой перекос присутствует, но не такой критический, как здесь. И кроме вот этого перекоса, немаловажный момент – это бретельки. Обратите внимание, как они врезаются в кожу. В случае, если у вас крупная грудь, лучше выбирать лифчики с более широкими бретельками. Это более комфортно. Вы привыкли уже, наверное, к этой тяжести, да? Да, я привыкла, но, в общем-то, действительно, когда бретельки тонкие, чувствуете дискомфорт, и остается достаточно ощутимый болезненный след. Да, и особенно, если вы носите какие-то полупрозрачные блузы, либо легкие трикотажные кофточки, вот эта продавленность создает эффект сосиски, и это смотрится просто не очень красиво. И я предлагаю объявить бойкот неправильно подобранным лифчикам, и сейчас мы со всеми твоими гостями, и мужчинами в том числе, научимся правильно подбирать лифчики. У всех сантиметры? Замечательно. Можно делать это самостоятельно, но если есть возможность, попросите кого-то вам помочь, потому что, когда вы поднимаете руки, у вас объем грудной клетки немножко увеличивается. Елизавета, а вы разрешите Роме сделать вот эти измерения для того, чтобы правильно определить размер груди? Не только для вас, но и для всех нас. Ну да, безусловно, это нормальная процедура. Спасибо. Тем более, Спасибо. Это точнее, чем я. Для начала мы измеряем обхват под грудью. Поднимите руки, опустите руки, выдохните по максимуму, весь воздух нужно выпустить из себя. Получается? Вот друг дружке помогает, какие молодцы. Да, да, вы измеряете на выдохе, у Лизы я вижу замечательно здесь 75 сантиметров. На выдохе, то есть нужно выдохнуть. Сколько у тебя получилось? 72. Я здесь подготовил табличку, здесь мы видим, какие интервалы соответствуют каким размерам. То есть если у вас от 67 до 72, то у вас размер будет 70, это первая цифра. Ну и дальше по списку. Все могут определить свою окружность груди. Под грудью, отлично. Под грудью. Да, под грудью. А теперь, собственно, груди. Можно вас? Поднимите руки. По самой выступающей части, скорректируйте меня при необходимости, и обхват груди у нас получается 98 сантиметров. У меня 90, если я правильно измерила. Проверь, пожалуйста. Роме все можно. Ничему не верю, да? Ну, 87, конечно, но... Ну, пусть 88. Пусть 88. И затем мы вычитаем из обхвата груди обхват под грудью. Так. И смотрим, какой у нас интервал получился. Если 10-12 сантиметров, это у нас АА размер. Если 12-13, А. И так далее по табличке. Ага. Эти таблицы обязательно появятся на нашем сайте, так что заходите на страницу stb.ua, программа «Все будет добры», и там вы увидите эти таблицы, которые для каждой женщины важны и необходимы. Давай для Елизаветы рассчитаем. 98 минус 75. 23. 23. Это у нас 23. Чтобы мало не писать. Значит, у нас размер чашечки Е. 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 Шестой. И мы видим, какой дискомфорт себе причиняла Елизавета, когда помещалась чашечку, которая была на 5 сантиметров меньше. То есть она сжимала свою грудь на 5 сантиметров. Это объем вдоха-выдоха, вы представляете? Слушайте, это получается, Елизавета, что до этого момента вы практически вредили своей груди. Елизавета, вы согласны с этими цифрами, которые вот измерил Рома? Ну, с цифрами сложно спорить. Естественно, факты вещи прямо, значит, я должна слушать специалиста и думать, что я была не права. Но я вижу еще сомнения в ваших глазах. Пройдите к нам в раздевалку, у нас есть несколько размеров, и вам помогут подобрать свой. Мы убедимся, действительно ли это он. Кто сейчас уже по вот этим вот размерам определил размер бюстгальтера правильный для себя? А у кого и раньше был такой же размер бюстгальтера по вашему определению? Понятно, значительно меньшее количество женщин поднимает руку. Я
еще с одной информацией столкнулась, тоже удивительной. Компания, которая производит бюстгальтеры, а есть такие специальные для занятий спортом, выяснили, что женщина, подпрыгивая, каждый раз свою грудь вот так поднимает и опускает на 8 сантиметров. Ну, естественно, если это большой размер груди. Представляете, что происходит в том случае, если бюстгальтер подобран неправильно? В том числе и бретельки, которые врезаются, и то, что здесь очень тесно получается. Бывает, что бюстгальтер просто соскакивает, да? Я обращал внимание, что некоторые девушки подбирают бюстгальтер чуть поменьше, чтобы грудь так выдавилась красиво, и постепенно у них грудь начинает выглядывать снизу, то есть бюстгальтер начинает ползти вверх по груди. И помимо эстетических неудобств, это доставляет самое главное – неудобства молочным железам женщины, да, от которых во многом зависит ее физическое здоровье. Готова к нам присоединиться Елизавета. На этот раз бюстгальтер подобран по той таблице, которую мы сегодня изучили. Добро пожаловать. Ну что, по-моему, шикарно. Слушайте, еще красивее стала грудь. Я думала, это уже невозможно. Причем мы видим, что бюстгальтер чуть-чуть больше. Здесь более толстые бретельки. И они не ажурные, как на том. То есть они не будут врезаться, оставляя некрасивых следов на коже. И по посадке мы видим, что спина и вперед практически параллельны полу. Небольшой перекос, конечно, есть, потому что грудь довольно крупная. Но он меньше, чем на предыдущем. Давайте сделаем те же упражнения, которые вы делали в предыдущем бюстгальтере, для того, чтобы увидеть, насколько этот удобнее, а может быть и нет. Ну, я могу спокойно наклониться вниз, наклониться назад и совершенно спокойно наворачиваться. И вот поднять руки. Ром, как ты оцениваешь этот результат? Замечательный результат. На самом деле, замечательные исходные данные, поэтому, я думаю, мы справились с заданием. Степени риска понизились очень ощутимо. И обратите внимание, на том бюстгальтере у нас присутствовал горизонтальный шов, который у нас визуально увеличивал грудь, поддавливая ее. Здесь у нас шов идет вертикальный, за счет этого грудь чувствует себя более комфортно, и форма более круглая получается. И ощущение, что грудь немножко выше. И еще один маленький совет напоследок относительно бретелек. Не просто так на бретельках есть регулируемая часть, можно иметь их длину, потому что у женщины в течение месяца, в зависимости от цикла, размер может меняться, и, соответственно, посадка груди тоже. Поэтому не бойтесь в определенные моменты чуть-чуть добавить длины бретелек, чтобы чувствовать себя более комфортными. Какой самой комфортной должна быть длина этих бретелек? Потому что, я знаю, иногда врезается, но иногда же и падает. Длина бретелек должна быть такой, чтобы бюстгальтер сзади не подтягивался вот так, как на подтяжках, а горизонтально располагался на спине. Ага, то есть вот этот вот уровень мы с помощью бретелек как раз и регулируем. Во всех вопросах, по-моему, разобрались. Елизавета, спасибо вам большое, вы нам очень помогли. Спасибо вам, Роман. Всего хорошего. Ром, давай подытожим то, о чем мы сегодня узнали, и убедимся в том, что мы теперь знаем, как правильно определить размер бюстгальтера. Для начала мы измеряем объем под грудью. Плюс-минус 2 сантиметра, это будет 70, 75, 80 и так далее. Это одна цифра в размере. Вторая цифра у нас выходит из разницы объема груди и объема под грудью. Мы видим, что если это 10-12 сантиметров, это размер АА, затем каждый следующий размер у нас добавляет по 2 сантиметра. И таким образом мы вычисляем объем чашечки. Размер наш состоит из двух цифр – объема под грудью и объема чашечки. Крайне важно подбирать бюстгальтер нужного размера для того, чтобы не деформировать молочную железу, не нарушать кровоток, не нарушать лимфообмен. И не бойтесь в течение месяца регулировать длину бретелек, когда у вас меняется размер груди. Спасибо, Ром. Ну, наверное, не менее важный и интересный для всех женщин вопрос – это как с помощью чашечки регулировать внешний вид груди, то есть сделать еще более привлекательной. Я думаю, что в одной из следующих программ мы об этом обязательно поговорим. Конечно. Хорошо? Спасибо тебе за эти советы. Конечно.